Мы это можем бросить, я вам сейчас... А вот администратор, а что он сказал? Так, надо тут свою фотку где-нибудь организовать. Я человек скромный, конечно. Где-нибудь рядом с Веллером там. Можно снизу даже. Такие люди тут останавливаются. В общем, рекомендую это место. Я думаю, понравится. Чем-то напоминает Владивостокский наш известный отель. Обалденный вид. Не хватает только времени. Хабаровского, Владивостокского. Чудесная кухня. Вот картины. А это вход. Ух ты, винный погребок вечером открывается. Даже такое есть сюжет. Все это называется Марко Поло. Четыре звездочки, старинный дом. Сейчас выйду, покажу. С улиц. Тюк. Стильно так, вполне себе. Ну, того стоит. Не маленький отель, но при этом он уютный. То есть спокойный, чистейший воздух с Балтики. Это вам не центр, где загазовано все в машинах. Вот она. 12-я линия, 13-я и средний проспект в ту сторону, большой проспект Васильевского острова. Транспортная доступность великолепная, то есть до метро где-то 5-6 минут. Ну, с тележкой, может, чуть побольше, с колесиками, но тем не менее. Рядом театр тут за углом на Васильевском. Ну и, кстати, куча дешевых столовых. То есть, если кто-то деньги экономит, тем не менее, вдвоем романтика обеспечена только здесь. Так что проезжайте, не пожалеете.